11 июля состоялась конференция Раменского отделения партии «Единая Россия», где определили состав кандидатов партии на предстоящих выборах в Совет депутатов Раменского городского округа. Юрий Ермаков – новый лидер местного отделения партии. Я очень горд тем, что возглавил местное Раменское отделение партии «Единая Россия». Для меня это большая честь и большая ответственность. И я приложу все силы, чтобы ее оправдать. В связи с реорганизацией района в Раменский городской округ, да, задача стоит, чтобы жители не были ущемлены в своих правах и не почувствовали на себе каких-либо ухудшений. Да, и сделать максимально все, чтобы жители почувствовали улучшение новой системы управления в составе Раменского городского округа и Кратова в целом. Партийный список возглавила Нина Широкова, заместитель председателя Совета депутатов Раменского района. Это решение принято в полном соответствии с результатами общерайонных предварительных голосований, где Нина Широкова получила наибольшую поддержку избирателей. В Раменском районе Нина Широкова известна как инициатор многих молодежных социальных проектов и является создателем комитета по делам молодежи. Конечно, это очень ответственно, я бы сказала, даже и почетно. Я хочу поблагодарить, в общем-то, своих сторонников, соратников по партии. Для меня это очень важно, доверие избирателей, конечно, но и очень важно доверие своих товарищей по партии. Я думаю, что только вместе у нас все получится, и все задачи, которые поставлены перед нами, мы должны выполнить. И главное, что мы это делаем для того, чтобы нашим жителям, нашим избирателям жилось еще лучше. В Совете депутатов необходимо представлять большую армию дошкольников, дошкольных работников, детей дошкольного возраста, а также их родителей, и помимо всего прочего представлять их интересы. Особенно животрепещущая проблема – это у нас предоставление мест дошкольных образовательных учреждениях. Город у нас омолаживается, количество дошкольников прирастает год от года, проблемы становятся более острые. Вот это, наверное, первая задача, которую я планирую решать. В новом составе команды много молодых лиц. Среди них бывший капитан и нынешний тренер футбольной команды «Сатурн» Денис Королев, а также заместитель директора досугового центра «Сатурн» Василий Строилов. Все они местные активные жители, а главное, имеют репутацию серьезных профессионалов. Молодежь должна более активно принимать участие в политической жизни района и области, тем более в наше активное и продвинутое время. Команда действительно проверенная, и у нас новый лидер партии Юрий Ермаков, жизнерадостный, очень общительный человек, мы его все знаем. Ну и лидер списка Нина Широкова, пожалуй, это тоже человек, которого молодежь прекрасно знает, и человек, за которым можно пойти и делать серьезные дела. Когда заканчивать уже с карьерой спортсмена, притом она у меня достаточно затянулась, была долгой, возникают другие проблемы в спорте, которые нужно помогать решать. И когда ты находишься поближе к политике, эти вопросы, думаю, более быстрее и более глобально можно решить. А почему именно партия «Единая Россия»? Ну, знаете, мне знаком такой момент, когда командный дух, сплочение коллектива, такие, да, там вещи, которые, наверное, для всех они знакомы. Поэтому в партии «Единая Россия» все эти моменты присутствуют. Поэтому именно в эту партию решил вступить. Если у кого-то есть какие-то обиды, если у кого-то есть какие-то недопонимания, я прошу забыть о них пока, отложить их, встать плечом к плечу, встать локоть к локтю и победить на этих выборах, идти к победе за нашу малую родину, за наш Раменский район. Вперед к победе! Спасибо!